Доброе утро, с вами я, Лисана Тяшева. Вольтарен эмульгель проникает глубоко в ткани для того, чтобы снять боль и вылечить скрытые воспаления. Вольтарен – свобода движения. Поможет мне олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Здравствуйте, Леша. Доброе утро, Лисан. Как дела? Замечательно. Но официально. Как... Официально, но я же все-таки не на своем льду, не на своей поляне. И сегодня пришел именно с большим удовольствием тебе передачу, но без коньков. Без коньков. Ты знаешь, это действительно новое что-то. Без коньков ты выглядишь намного сексуальней. Расскажи мне, пожалуйста, что за чудо вот эта вот гимнастика, которую... создали специально для того, чтобы боль не нарушила наши планы. Был разработан комплекс упражнений, который поможет как раз укрепить наше здоровье. Удиви меня, Леша. Начни. А разве я тебя уже не удивил, что я пришел без коньков? Это первое удивление. Второе, что? Да. Второе, показывай всей стране и мне, что нужно делать. Итак, давайте встанем ноги на ширине таза. Да. Руки подняли вверх. Затем мы медленно... опускаем корпус вперед. Вот так, да? Да. Я повторяю. До положения, когда мы оказались параллельно полу. Угу. Макушка смотрит вперед. Вперед. В зеркало, то есть, не смотрят девушки на себя. Всегда же девушки они хотят нет. увидеть себя красивой. И потянули за руками, подождали 3-4 секунды и медленно возвращаемся в исходное положение. Сколько надо в идеале сделать, Леш? Я думаю, что идеально, конечно, сделать несколько подходов. 4 подойдет? 4 подойдет. Мы уже практически выходим на финишную прямую. Здорово. Олимпийская медаль нас ждет впереди. Пока еще рано говорить об олимпийской медали. А как у тебя вообще дела? Ты можешь совмещать, делать упражнения и рассказывать о своей жизни? Да. Да, отлично. Буквально недавно дочке исполнилось 2 года. Какие лапочки. Бегает, ходит. Поздравляю. Садится шпагатики, мостики. На самом деле гимнастика жизнь дашь? Идет. Вот гимнастику, да. Мы уже разговаривали с Таней Татьмяниной, и, конечно же, я с большим удовольствием вместе с Таней возьмем за ручку нашу Лизу и приведем через 2 года на художественную гимнастику. Обязательно. К себе? Нет, к Ирине Александровне Винер. Я не тренирую. Чтобы пожестче. Пожестче, чтобы, да. И сразу олимпийской чемпионкой. Какой следующий этап? Следующее. Ноги на ширине опять таза. Руки в стороны. Затем медленно смещаем корпус. Сначала вправо тянемся. Как бы за правой рукой хотим достать кого-нибудь, партнера своего. Хотя у меня здесь колонна только. Вернулись в исходное положение. Теперь то же самое, только влево. Леш, скажи мне, пожалуйста, как олимпийский чемпион, ведь все-таки назад. Зарядка необходима, да, человек? Ведь это здоровье. Дорогие друзья, понимаете, 5-10 минут вашего времени каждое утро или каждый день или каждого вечера только поможет вам в будущем. И это все должны понимать. Ой, золотые слова. Золотой мужчина сегодня у нас вел эту зарядку. Я думаю, что мы с тобой встретимся еще, потому что этот комплекс, он, по-моему, очень длительный и красивый, да? А ты чувствуешь, что уже какой-то заряд бодрости? Я прям? Вот уже чувствую. Спасибо, что ты пришел спасибо, сегодня. Александр, спасибо. Увидимся. Таня, привет. Малышки, привет. И ждем ее в зале. Спасибо. Вам желаю хорошего дня. Целую вас. Люблю. Ваша Лисана Тяшева.